Вот вот эти все биты помочь. Это у нас бренд-то хороший. Бренд, кстати, хороший. Но на базе на цветочных. Только а так похоже. Потрепал. Что есть? Там рим. Вон еще какая-то розовая интересная штука. Да, нежная. Ну вот, еще рим. Гусеньки вроде. Пенив, пенив поставил. Пока на риму напали. Ну, тоже хороший. У нас чуть-чуть лошадь. Вот смотрите, Егор, кстати, смотрела. Нет, я смотрю. 990 рублей. Не, не очень. Ну хотя, кстати, так. На 30. Слушай, посмотри. Вот, смотри, нормально. Ну не сказать, что прям нормально. На троечку. Ну... Вот то это более. Ну тут да. Хорошие. Они сухие, цветочек хороший. Он не битый, и розетка вся в порядке. Так можно даже в подарок. Ну, смотри, вот это очень хороший. Садовник Леруа Мерлен. Им Ягуар пока встретили. Что еще? Не помню уже. Спросил у нас такая. А... Карнавал, думаю, ничего себе. А нет. Такая нижняя тема. Ну, так, что еще видим из интересного? Тут очень-очень-очень много всего. Вот эта масочка, смотри, как нежная такая. Тут вот мне нравится его. Замученный такой. Вот они есть, вот там чуть-чуть другие. Есть, да, но его уже... Ну, они какие-то другого цвета. Вот он такой один на один. Эти... Мы подумали, а может быть, они просто... Красавец. Так. Это прям разные. Ну да, да. А я думала, они одинаковые сначала. Нет. Они прям разные, очень красивые и нежные. Мне прям удивительно, что такой садовник с... Смотрите, какие женушки. Вот, да. Все же одной. Дорогой, Леруа Мерлен. Не знаю, это не тепло, что ли? Смотри, это мультиклопка. Вот. Мультифлорка, да? Все мультифлорки. А почем они? 542 или что? 275, наверное. Один стебель, да. Мультифлорка 1275. Матовый прозрачный. Если заинтересовала вас мультифлорка за 1276 300. Комиссия, вы пишите, мы сразу вам возьмем, потому что сейчас уже пойдем Леруа Мерлен. Это мы пока в Ашане. Ну, к 8 марта вообще слушай. Да? Что тут есть? Пожалуйста, еще и хорошо все. То, может быть, сейчас я перезапущу. Если у всех подвисает, я перезапущу. Переподключились к Wi-Fi, напишите, как ой, какой цвет красивый. Он же светится изнутри. И да. Вот как у бабочки, но у нее нет защипок, конечно. Но форма цветка, да. Вот как у бабочки. Слушай, у нас кто-то вчера просил бордовую с кучерявым краем. Не помню кто. Это у нас раньше. У меня записано. Ну, она вот, да, бордовая. 990 рублей. Ну, вот она же покрупнее. Бордовая, чуть-чуть с кучерявым краем. Ну, это, наверное, не это красивое.
Ну такие они миленькие. Тут что-то аляксторическая мечта, да? Интересности. Ну вот, кстати, покупные. Опа. Я думала, они в палетках. Вон, смотри, какая. Нет, не в палетках вообще. Цветочек. Лепесток замялся тоже, как у бабочки. Не губаешься такая кучерявенькая, кстати. Как бабочка, но да, тоже он без защиты. Интересно, да. И на бабочку по форме похоже, но не она. Так интересно смотреть. Это вот такая кроссовка, похожая на бабочку. Пройдем. Пожалуйста, пересмотрите этот эфир. Посмотрите, что вас заинтересовало. Мы, если что, сюда вернемся. Сейчас помедленнее покажу. Без антенны. Нужно. Да, все. Так, виснет розовый, желтый губой. Покажешь розовый, желтый губой? Так, скажите, пожалуйста, как сейчас трансляция, потому что тут Wi-Fi периодически вылетает, а когда мы переключаемся на сеть, на мобильные данные, он начинает очень сильно виснуть. Розовый, желтый губой. Вот такой вижу розовый, желтый губой. Есть даже дендроны, смотрите, какие интересные розовые желтые губы. Вот такие розовые нежные желтые губы. И такой. Что еще мы тут могли заснять из розового с желтой губой? Но этот не розовый, этот желтый. Розовый с желтой губой. У нас прям загадка. А я себе эти. Нет, падает. Только не падать. Так, вот розовый. Губой. Так, ну тут какая нежнятина есть, тоже 990 рублей. Есть ягуарчик. Вот такая на бабочку похожая, с кучерявым краем, но без защипов. Камбры вот такие интересные есть. Римчик стоит, корни не очень. Круглый. Крупный, да, хороший. Мультифлорки. Мультифлорки по 1276. Вот такие всеми нами любимые, всего две штучки. Потом есть более венозные, белые. Такие мультифлорки. Есть менюшка. Дипиаструм. Дипиаструм по 985. Ну вот один есть белый. И есть какие-то вот такие розовые, да. И красные. Вот такой мы пробовали брать, такой, а он пробовали, оказался он красным. Красный, да. Видимо, пересос. Тут вот прям белый сейчас стоит. Да, один белый. Так, раз уж эфир нормально будет, сейчас пробегаемся по зелени. Все показываем. Смотрите, цикламены. Цикламены почему у нас? 369,90. Как корни и цена? Какая конкретная? Напишите, пожалуйста. У кого? Вот, я тоже интересуюсь. Ой, много розового в этой среде показывает. Смотрите, мексиканская выставка прям.
для любителей. И акцент 89 рублей. Да, а в Липецке главное, стояли не цветущие для оценки за эту цену. Вот так вот. Так, хамидарейки от 344. Есть монстеры большие, но думаю, там тысячи по 4 точно. Есть калатеи. Калатеи 803. Так, есть у нас диффенбахи. Драценка есть. Вот такая светлая драцена еще есть. Это что? А, это тоже, смотрите, драцена такая интересная. 797 рублей. Есть еще у нас каланкоэ 267-399, смотрите. Цвета, кстати, очень интересные. У нас обычно там белый, розовый, красный, а тут смотрите, какое цветовое многообразие. Очень-очень интересно. Еще такие есть. Так, фиалки. О, 399, бегонии 359, крупные бегонии. А, сейчас еще туда зелень сниму. Глаза очень-очень сильно раздвигаются. Мы потом можем туда выйти. Ну, давай, я сейчас быстро сниму, да. Оценки: кактусы уже умершие, каланкоэ по 199, это что-то луковичное, цикламены. Компомула, кстати, живая. Живая еще на 449, дороговая. Герберы, смотрите, реанимаксисы. Ну, это реанимашки, но им, девочки, цена 200 рублей, 199. 200 рублей, да, но по цвету неизвестно, это там. Ну, это прям полностью корневую новую наращивают. И они неизвестно какие. По цвету ничего не написано. Ничего не понятно. Так, антуриумы по оценке, диффенбахи и... Это у нас что? Не хамидорея. Большая хамидорея, да, которая раскидистая. Не хамидорея, как слышно. Ну, они износные. Нежная и желтой губой формы. Без крапушек, да, которые? Без крапушек напишите, пожалуйста. Это пока пройди, я принесу. Угу. Так, зелень и лимон у нас кто-то спрашивал до этого женщины. Смотрите, какая интересность тут есть. У нас прикольный такой. 1090. Так, что еще? Суккулентики. Много-много суккулентов. Так, вот такая нежно-розовая и желтой губой. Она нет. Я думаю, она. Сейчас подождем ответ, пока показываю суккуленты. Сейчас еще. Медленно, медленно, а то я тут бегаю, как ошпаренная, у меня глаза разбегаются. Мухоловка у меня тут тоже есть. Вот такая интересная. А, или подожди, а тут комар нарисован. Мухоловка. Может, это? Мухоловка, мухоловка. Комоядная. И там еще есть. Комоядная, она комаров. А, прям комаров там, что ли? Хорошая вещь, смотрите, вон еще есть для мушек вот такая. Кушай удобно. Что имя? Обложиться? Вот мухоловка. Вот таких тоже ловит, да? 817. А что это? Я не знаю. И что, типсы? Что это? Типсы, не знаю, кто это. Такие. Ну, тоже что-то. Но это, походу, комаров ловит. Хищники какие-то. У них вот какой-то, видишь, этот? Ты посмотри, этот клюв какой. Сундучок. Да. Как вы там в игре. Да-да-да. Ну, вот они, в общем, всякие разные. Кто увлекается, у нас кто-то увлекается. Вот они несколько видов. Я сама такие первый раз вижу. Так, ладно, иду еще показывать стенд зелени. Быстро показываю режим Леруа, потому что тут уже кто-то нас спрашивал. Интересно, это из Липецка девушка была или нет? Про то, были ли мы уже в Леруа.
что вдруг нас уже не узнают. Так. Вот так у нас по зелени, напоминаю, Ашан, Воронеж. Обзор перед 8 марта. Большой завоз. Столько интересностей. Значит, я то залезет к этой. Налил, залезет, она мне там подгрызет лицо. А эти все большие, даже большие, она залезает на этот. Они мне мешка на шапочке стоят, тоже около окна, тоже залезла, нижние все прям прокомпостировала. Что это такое? Филодендрон? Я не знаю. Да, филодендрон. Смотрите, какой интересный. Мне только нравится, когда еще более крупные листья, но это тоже было. Ну, он, может быть, еще и будет расти. У меня не совсем не такое. Ой, монстеры за 2000, смотрите. Делициозка. Ой, ну смотри какая, почему нет? Это филодендрон, вот монстер. С 2000, неплохой такой кустик. Наконец-то начали возить монстеры. Я себе все монстеры в Воронеже выкупила и не поняли, что наконец-то, что надо. А вести. Вот эта штука, смотри, тоже тут классный вот этот, как пластмассовый. Ой, забыла, лист. Как он называется. Здесь он, кстати, нет, он как микс. Микс идет. Ой, Драгон. Драгон что-то там называется. Прикольно очень. Да. Мы его на базе видели, да? Да, у него есть.